работников. Вот деньги. Я прошу вас, ответить без работников. Да я мне говорю, да вам, вы вообще слышите народ или не слышите? Я, вот вы ответьте мне. Я вам говорю. Я вам говорю. Или вы слышите, не хотите. Это вы нас не слышите. Вы народ не слышите. Вы себя только слышите. Я вам говорю. Thank you.
готовились к выступлению. И слово предоставляется Брынику Сергею Алексеевичу. Пожалуйста, Сергей Алексеевич, я вас предупреждаю, что говорить вы можете только 3 минуты. Как вы продолжаете слушание? В нашем городе целенаправленностью и упорством, достойным и лучшего применения, проводится в жизнь инициатива. Депутатская инициатива по снижению уровня народовластия. Господин председатель Думы Ангарского муниципального образования, не помнящий Владимир Александрович, господа депутаты Думы, чьи интересы данной инициативой вы представляете? Каких именно ангарчан? Может быть, назовете фамилии? Вопрос задаю не случайно. Результаты многочисленных опросов общественного мнения с более чем репрезентативной выборкой свидетельствуют о том, что свыше 90% ангарчан против вашей инициативы по изменению устава Ангарского муниципального образования в части изменения порядка формирования органов местного самоуправления на территории муниципального образования и отмены прямых всенародных выборов мэра района. Против этой инициативы вчера выступила общественная палата города. Против выступает целый ряд общественных организаций. Против выступает городская организация КПРФ. Если вам так не терпится выполнить этот заказ, проведите местный референдум. Кулуарно, как это пытаетесь сделать вы, нельзя решать вопросы такой общественной значимости. Я ставлю под сомнение легитимность данных слушаний. Уважаемые участники слушаний, вот такой зеленый листочек можно было получить только при регистрации здесь в фойе. Люди, пришедшие и приехавшие, и стоявшие за 10-15 минут до начала слушаний на крыльце, уже были зарегистрированы. На каком основании, непонятно. Тем более, вчера уже в городскую организацию КПРФ шли звонки, что вот такую регистрацию уже ведут. И я знал, какого цвета эти листы будут. Дальше. Я ставлю какие слушания считать действительными? Те, которые проводятся вне этого зала, людьми, не допущенными сюда вами, или ваши слушания? Вы не обеспечите ли жителям муниципального образования возможность участия в слушаниях? Вы нарушили вами же объявленный порядок регистрации. Предлагаю слушание немедленно прекратить. Городское отделение КПРФ 8 июля в 18 часов проводит митинг «Нет отмены всенародных выборов». Приглашаю всех на этот митинг. Он не будет фальшивым. Там нужно выбирать руководителя муниципальной власти, то после октябрьских выборов мы, городская организация КПРФ, вынесем этот вопрос на местный референдум и уже к следующим муниципальным выборам вернем ангарчанам это правда. Это правда.